Сегодня я хочу рассказать цемент для фиксации двойного утверждения GEN-DUO-CEM. GEN-DUO-CEM – это композитный цемент, состав система паста-паста, цемент для фиксации ортопедических, ортодонтических и других конструкций. Состоит форма выпуска – это два шприца. Пасты по 2 грамма. Показания для использования цемента двойного утверждения GEN-DUO-CEM. Фиксирование вкладок и накладок, жидкотекучий фиксирующий компонент в шинирующих системах, цементирование штифтов, такие как стекловолоконные и металлические, фиксация виниров, укрепление культевых кладок и использование в изготовлении адгезивных мостов. Характеристики. Цемент состоит из двух шприцов. Он композитный, двойного отверждения, стойкий к действию десневой жидкости, образует очень тонкую пленку, меньше 8 микрометров, содержит большой процент наполнителя, отличная адгезия к зубу, керамике и металлу, оптимальная текучесть и другие манипуляционные средства. Свойства. В составе имеются фториды, и он рентгенконтрастный. Инструкция по использованию GEN-DUO-CEM. Для того, чтобы использовать качественно GEN-DUO-CEM, необходимо качественно изолировать зуб от ротовой жидкости, от слюны, используя кафельдам, ретракционную нить, слюноотсос, валики и другие изолирующие приспособления. Две пасты замешивают в равных объемах на блокноте 20 секунд до однородной массы. При отсутствии возможности светить смесь, она может затвердить химическим способом около 2 минут. А если фотополимерная лампа, то в течение 20-30 секунд. Цвет выпускается такие цвета, как А2, А3 и также хамелеон, производитель GEN Gentle.